непонятным образом забыл свои таблетки. Успокоительные. У вас есть что-нибудь подобное на борту? Да, конечно. Валерьянка или пустырник? Понятно. А что-нибудь более серьезного не имеется? К сожалению, могу предложить только это. Вам плохо? Я, видите ли, очень сильно боюсь летать на самолетах. У меня бывают панические атаки. Если можно, хотя бы валерьянку и пустырник, только с водой, пожалуйста. Да, конечно. Не переживайте, я постараюсь помочь. Спасибо. Не волнуйтесь. Чего там? Да ничего, молодой человек летать боится. Что за мужики пошли? То паника, то аллергия. Просто невозможно. Прошу прощения. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Осторожно. Затяните ремень. Ой. Давайте я возьму. Спасибо. Ага. Правда, думаю, что это вряд ли мне поможет. Извините, я ничего с собой, к сожалению, не могу поделать. Вы не переживайте, эта турбулентность это скоро пройдет. Я знаю. Это турбулентность. Самолеты падают исключительно, когда они взлетают и садятся, но... Дышать нечего. Вам нужно глубоко вдохнуть. Давайте со мной на счет три. Раз, два. Глубокий вдох, три, выдох. Раз, два, три. Несколько раз повторите так. И дышите глубоко. Все будет хорошо. Скоро это прекратится, я вам обещаю. Не переживайте, все будет хорошо. Как вас зовут? Антон. Антон, очень приятно. Антон, если вы едете по дороге, и у машины колесо попало в яму, вам страшно? Нет. Здесь то же самое. Ничего страшного нет, все будет хорошо. Я вам обещаю. Вот видите? Извините. Не вы первый, не вы последний. Спасибо вам огромное, я без вас, правда, не справился. Да не за что. Скоро посадка, все будет хорошо. Спасибо. Каждый раз 12 часов лететь. Я не могу не сесть, ничего. Так постоянно, каждый раз. Это, кажется, к тебе. А вы меня простите, я хоть как-то хотел выразить свою признательность. И вот моя визитка. На случай, если, не дай бог, будут какие-то жизненные сложности. Ну, работа нужна будет или что-то еще. Всегда рад вас видеть. Летайте рейсами нашей авиакомпании, тогда мы с вами точно увидимся. Спасибо. Да. Простите, как-то глупо получилось. Нет, ничего страшного. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Господи, почему каждый день одно и то же? Почему они думают, что это нормально, что ты можешь так подойти просто это взять, дать визитку? Женя, впервые в жизни к тебе подошел нормальный мужчина, а ты себя так ведешь. Я вообще-то замужем, Кира. Привет, Женька. Просто я не услышал, как ты вошла. Я весь день у компа. Убраться я не успел. Да. Броня крепка, и танки наши быстрые. Молодец. Это же самое главное. Да какие танки? Я вообще только что включил.
Весь день этот макет согласовывал. Поиграйте со шрифтами. Этот белый слишком белый, этот красный слишком красный. Клиенты адовые. Жень, я вообще, блин, так устал. Бедняга. Что у нас на ужин? Костя. А? Я вообще тоже устала. Я, между прочим, каждый рейс по 20 километров наматываю. По проходу туда-сюда хожу. Ну, началось. Что началось, Кость? Я точно так же устаю, как ты. У меня сегодня рейс, у меня вчера рейс, мне завтра опять в рейс. Я ноги до крови стерла, видел, нет? А меня ты в чем обвиняешь? Я ж тебе 100 раз говорил, ну, найди там нормальную работу. В чем проблема-то? Истеричка. Жень. Жень. Поехали на море. Ну, отличная же идея. У тебя неделями дома нет. Пашешь без отдыха. Устаешь, злишься. Надо обнулиться. Отдохнуть. Ну, не злись на меня, слышишь? Не злись. Не злюсь. Точно, точно? Точно. Завтра же напишу заявление на отпуск. Жаловалась в профсоюз, а толку? Профсоюз, значит, в транспортную прокуратуру надо жаловаться. Здравствуйте. Привет. Можем в министерстве письмо составить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Евгения, вы отличный специалист. Квалификация и производительность труда у вас на очень высоком уровне. И наша компания ценит вас как отличного специалиста. Да, отличного специалиста, высокого уровня. Но мы вынуждены вас уволить. Почему уволить? В чем причина? Причина в отсутствии высшего образования. Понятно. Я просто не понимаю, почему. Ну, я закончила лингвистическую школу, я закончила 3 курса иньяза, у меня 2 языка. Ну, что еще нужно? Я не понимаю. Свет клином не сошелся на этой конторе, Жень. Будешь летать, просто в другой форме. Да нет, это все понятно, что я разошлю резюме в разные компании и так далее. Но это займет около месяца. И потом, ну, ты понимаешь сама, что на Костину зарплату мы не проживем. Поэтому вообще непонятно, что в этой ситуации делать. Может, есть какие-то варианты, как вот, чтобы сразу работать начать? Нет, нет, это не вариант. Нет. Вице-президент серьезной компании. У него в штате там человек 1000. Это значит, что нужны секретарши. Кир, какие секретарши? Если бы ему нужна была секретарша, он бы обратился в отдел кадров. Ну, явно не раздавал бы визитки в аэропорту девушкам. Приличный человек. Постоишь на ресепшене, поулыбаешься, потом найдешь другую работу, либо останешься. Нет. Нет. Все. Эта тема закрыта. Женя, сиди без работы. Ты спросила, я конкретно предложила. Да подожди, ну как я буду звонить незнакомому человеку и спрашивать вот такие вещи? Я бы позвонила. Костя. Костя. Кошмар. Что?
Что ты смотришь? Что ты хочешь? Ты все время на этой работе. Все время занята. Я мужчина. Мне что делать? Кто знал, что она сейчас придет? В смысле, кто знал, что она придет? Ты же, ты можешь давай, давай потом вообще? Поговорим, я тебе позвоню. Ты что, не знаешь, когда у нее рейс все или что? Все, говорю, пока. Ты что делаешь-то? Слушай, ты успокойся, а? Видел. Ну что, ты в этот свой Ростов, что ли, поедешь? Представляю, что тебе там скажут. Слушай, давай поговорим. Да? Хорошая. Знаешь, если бы я была мужиком, я бы женилась на тебя прямо сейчас. Да. Я вообще не знаю, что им надо. Ты красивая, честная. Да. Я убираюсь, понимаешь? Я правильная. Я хорошая девочка, предсказуемая. А надо, видимо, чтобы была, понимаешь, загадка. Чтобы, не знаю, ты вела себя как истеричка. Какие-нибудь скандалы. Нет, нет, прекрати винить себя во всем, понимаешь? Женя, послушай. Дело не в тебе, а в окружающих, конкретно вот в этом животном, понимаешь? Вся. Ого! Просто Е. Где визитка? Какая? Визитка. Мы брали в аэропорту. Визитка. Подруг, давай завтра. Нет. Почему завтра? Давай сейчас. Давай сейчас. Доставай. Точно? Будем звонить. Давай. Давай. Так. Так, Демид Пантон Геннадьевич. Вице-президент. Yeah. Так, вице-президент, я понимаю. 925, так. Да, слушаю. Здравствуйте, Антон, это Женя, стюардесса из самолета. Да, да, конечно, припоминаю. Антон, вы... Помните, вы мне сказали, что если что-то случится, можно к вам обратиться за помощью? Да. Так вот, случилось. Пришлось уволиться с работы. Хотела уточнить, есть ли возможность работать в вашей компании? Официально, конечно. Вы знаете, я хотел вам предложить работу не совсем в компании, а скорее частную. Ты видишь? Честно. То же самое. Все то же самое. Возьми. Возьми. Я не буду с ним говорить. Алло, вы меня неправильно поняли. Я хотел вам предложить работу няней.
моим сыном. Просто, когда вы помогли мне тогда в самолете, я увидел, что вы очень хороший человек, и, возможно, вам удастся с моим сыном поладить. Это сложная и, поверьте, очень хорошо оплачиваемая работа. Извините, пожалуйста, но у меня такого опыта нет. Да опытных мы уже пробовали. Мне кажется, здесь дело в самом человеке. Давайте я вам скину адрес, и мы завтра пообщаемся с вами. Ну хорошо, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в 302-ю. Ваше имя? Бельчикова Евгения. Да, проходите, 33-й этаж. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы вообще про них читали? Да, ну и что, что дешевле? Потом рванет все к чертовой матери, оно мне надо? Здравствуйте. Так, Игнат, это разговор невзрослого человека, правда. Я слышу одни оправдания, а мне нужно дело. Мне нужно, чтобы вы делали дело. Я сказал оформлять. Оформлять я все заверю, да. За перерасход перед Геннадием Борисовичем я отвечу лично. Так, Игнат, я повторял вам 100 раз и больше не собираюсь. Все. Созвонимся в другой раз, у меня дела. Извините, работа. Ничего. Я к вам на собеседование. Я догадался. Только я вам сразу хочу сказать, что у меня никакого опыта в работе с детьми нет. Угу. Кроме моей младшей сестры, и все. То есть? А мне кажется, то, что у вас нет опыта, это очень хорошо. Ну, правда, сын устал от профессиональных людей. Я думаю, то, что не получалось у них, получится у вас. Ну что, пойдем знакомиться с пассажиром? Да. Сюда. Коля, сынок. Секунду. Пойдемте. Привет. Так, молодой человек, с вами, кажется, поздоровались. Привет. Коль, ну очки сними, ну что ты как невоспитанный у меня? Коля, сними очки. Ну что ты как невоспитанный? Это... Женя. Твоя новая няня. Хорошо, все. Коля. Очень рад познакомиться. Я, конечно, и сам могу о себе позаботиться, но думаю, мы найдем общий язык. Все. Ладно, пойдемте. Так. Ну что же, вы готовы приступить? Да вы что, сейчас? Так, а чего медлить?
Тем более, тестовое задание вы прошли, с ребенком познакомились. Я буду поздно. А, совсем забыл. Ваша комната дальше по коридору направо, постельное белье, полотенце, там все есть. Подождите. Да! В смысле? Подожди, мы же с ними говорили в прошлую среду и договаривались о скидке. Ну и ты... И ты хочешь сказать мне, что комплектующие туда не входят? Значит так, слушай меня, дорогой мой. Я сейчас приеду, а ты им скажешь, пока меня нет, что так дела не делаются. И пусть они соблюдают договоренность. Себя в руки. Чё, еще и с ребенком посидим? Отлично. Я еще с детьми не сидела. Все будет хорошо. Вперед. Ага, сам он о себе позаботится. Коля, обед на столе. Сдачи не надо. Добрый день. Добрый день. Вы новая няня? Да. А вы? Отлично. Сделай мне ванильный раф, пожалуйста. Коля, там какая-то женщина пришла. Какая? Такая гадкая? Нет, ну почему сразу гадкая? Нет. Длинная, высокая? Да. Это кто? Это папина, Илона. А. Поняла. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Жень, и давайте присоединяйтесь к нам. Давайте, давайте. Хорошо. Мне кажется, предыдущая няня с нами не ужинала. Я ей много раз предлагал, она просто стеснялась. Ты не помнишь. Хорошо. Садитесь, садитесь. Ну, если вы, конечно, не решили нас травить. Нет, ну что вы.
Хотя, если решили, я думаю, это будет очень вкусно. Ну что, как прошел первый день? Ужасно. Простите, я... Ничего, ничего. У этого юного джентльмена всегда все ужасно. Я прав? Может, ты как-то на отца отреагируешь? Перестань играть с едой. Я наелся. Не стоит. Не стоит. У нас, знаете ли, это в порядке вещей. Не потакайте. Женя, Антон говорил, что вы раньше не работали няней. Не работала. Да-да-да, я была стюардессой. Тоже хорошо. В таком случае желаю вам удачи. С этим ребенком она понадобится. По-моему, прекрасный ребенок. Вы знаете, у меня на рейсе иногда взрослые ведут себя как дети. Они паникуют. А вот это вот правда. Хотят из самолета выйти. Да. Милый, я очень устала и пойду в спальню. Ты пойдешь со мной? Жень, спасибо огромное, все было очень вкусно. Да, действительно, все неплохо. Пойдем. Предыдущая няня была с опытом. Взрослая, серьезная, это что? Ну что это? Я ей вполне доверяю. Ты ее первый день знаешь. Думаешь, я не вижу, как она на тебя смотрит, улыбки, все эти переглядки. Ило, ну что за бред? Ну... Это не бред. Что, мало таких историй? Появится такая фифа в доме, вотрется в доверие, а потом уже поздно. Ну что поздно? Все поздно. Она пришла, видит, дом богатый, мужик хороший. Хозяйка-то лучше быть, чем прислугой. Ну какие проблемы? Занимайся сама домом. С Колей сиди. Антош, это неконструктивно. Илон, мне надо кажется то, что ты говоришь. Неконструктивно. Да? Ну чего ты, ну правда. Главное, чтобы Коля был доволен. И чтобы папе Коле было хорошо. Да? Привет. Чего делаешь? Чего? Какой красивый. Увлекаешься? Это мама подарила. Уйди. Извини, пожалуйста. Я сказал, уйди. Хорошо, извини. Подожди секунду. Пап, ну скажи, ты всем своим сотрудникам в 3 часа ночи звонишь? Может, я тебе звоню не как начальник, а как папа? Хорошо, папа, внимательно тебя слушаю. Я про завтрашнюю сделку. Ты проверил договор? Пап, ну какого черта? Ну... Могу я, как отец, убедиться, что мой сын выполняет свои обязанности? Конечно, можешь, отец. Я все проверил 1001 раз. Так проверь 1002. Будь добр.
Я за водой. Я воды вышла попить. Извините. Все хорошо. Да. По ночам манили с кухни голоса, тоненько сосиски, басом колбаса. Ну что же. Да, поймали с поличным. Не понимаю, почему вечером вредно есть, в холодильнике вон специальная лампочка придумана. А и то правда. Бутерброд? Нет, спасибо. Ну тогда я сам. Жень, вы простите нас. Илона, она, ну как сказать, слегка импульсивная девушка, да. Я понимаю, не переживайте. Как вам Коля? Хороший ребенок, прекрасный. Да, он раньше совсем другой был, открытый, отзывчивый. Но после того, как от нас ушла Карина, он как-то изменился. Как будто подменили. Карина — это моя бывшая жена. 3 года назад она ушла от нас. Ну как ушла? Скорее убежала. Теперь у нее новый муж, новая жизнь. Живет где-то в Дубае. Ладно, доброй ночи. Добрый. Да, документы я подготовил, отправлю их вечером. Да, ну конечно. Естественно. Доброе утро. Вставай, вставай, вставай. Папа сказал, надо задание на каникулы делать. Коля! Коля, это не смешно. Коля! Коль! Абонент временный. Так. Слушай, в общем, срочно, пожалуйста, найди охрану в аэропорту. Мой мальчик тут решил в Дубай сбежать. Умкой, да. Зовут Николай Демидов. Пусть они его задержат, но сильно не пугают. Значит, с виду 10 лет. Светленький, худенький, карие глаза. Я тебе сейчас его фотку пришлю, хорошо? Девушка, подождите, вы, собственно, кто? Я... Это мама твоя? Да. Мамаша, ну что же это за фокусы? Ребенок ходит, бродит один по аэропорту, без заявлений, без сопроводительных документов. Он у вас чуть в Дубай не улетел, его задержали уже на паспортном контроле. Ну, я не досмотрела, я виновата. Вы меня извините, пожалуйста. Не досмотрела? В таких ситуациях мы обязаны вызвать полицию, и они должны привлечь вас к ответственности. Нет, 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 я вас прошу, давайте мы не будем вызывать полицию. Вы видите, ребенок напуган, я тоже перепугалась. Простите нас, давайте мы пойдем. Пойдешь с мамой? Да, меня никто не обижал и не бил. Я сам убежал. Она не виноват. С
Спасибо большое. Извините, извините, ради бога. Поаккуратней, мамаша, в следующий раз. Аэропорт все-таки. Давай, иди. Причем? Здрасте. Женя, где вы были? Гуляли. А телефоны? Ну ладно, он никогда не берет трубку, но вы. Извините, пожалуйста, у меня разряжен был. Женя, вы должны сообщать мне о своих планах и всегда, я подчеркиваю, всегда быть на связи. Я думал, вы это понимаете. Пап, ну, пожалуйста, не ругай Женю. Все же в порядке, правильно? В первый и последний раз. А ты бегом мыть руки. Ну? Извините. Может, я гляну? Давай. Держи. Кажется, контакты отошли. Дай мне какую-нибудь зубочистку или что-нибудь в этом роде. Пинцет хочешь? Пинцет? Да. Держи. Ну вот, должна работать. Спасибо. Ты прости, что я убежала просто. Мама куда-то уехала, я не понимаю, ну, почему она нас бросила? Хотел поехать к ней. Найду, думал, увижусь. Просто... Понимаешь, мне папа никогда ничего не рассказывал о ней. Ничего. Твой папа? Он тебя очень сильно любит. Да не любит он очень меня. Очень любит. Нет, он меня не любит. Неправда. Постоянно проводит столько времени на работе, что даже не следит за мной. Просто твой папа хочет, чтобы ты был лучше всех. И чтобы у тебя было все. Мне не нужно все. Мне просто мама с папой нужны. И все. Все будет хорошо. Мы, кстати, катались на карусели. Я в тире стрелял. Мы вату ели. А еще мы, кстати, кормили батоном уток, белок и кошек. Ну что, подружился с Женей? Да, она классная. А я читала, что белки – переносчики бешенства. Их не то что кормить, к ним даже подходить опасно, тем более ребенку. А ты их тоже кормила? Нет, Коля, я никого не кормила. Странно, не кормила такая. Коля. Женя. Жень, вы простите меня за эмоции, но я просто очень испугался, когда не мог вас найти. Так, давайте мы больше не будем извиняться. Хватит. Все, хорошо. Больше не извиняемся. Все. Просто я предлагаю как-нибудь вместе в этот парк сходить. Давай. Нет, ну тогда лучше в зоопарк. В парке же вы уже были, получается. Пап, ну что там в этом зоопарке? Там же звери в клетках. Скучно. А хочешь... полетать на авиатренажере, где пилотов учат. Так. Это типа компьютерной игры? Нет, это типа реального самолета
с настоящими кнопками, штурвалом, с рациями, там все как в настоящем самолете, и ты должен посадить самолет в грозу. Полетишь? Угу. Так, значит, борт 367, даю разрешение на посадку. Я не могу садиться, у меня этот отказал двигатель. Внимание, заходите на второй круг, вам нужно выработать топливо. Внимание. Есть, заходите на второй круг. Тише, аккуратно. Борт 367, оставайтесь на связи. Так, а тут турбулентность, а? Вам нужно выработать топливо. Как ваши дела, борт 367? У меня все хорошо. И... Завершение второго круга. Даю разрешение на посадку. А так можно Внимание! Садиться? Внимание! Можно садиться. Даю разрешение на посадку. Так, все смазано. Не дергайтесь. Так, готовы? Да. Трудом. Да. Ну, все смазано получается. Да. Так, улыбку. Уважаемый пассажир, мы с вами прибыли в город Москва. Отлично. Благодарим вас за полет. Да, пап, привет. До тебя как до Смольного не дозвонишься. Прости, много работы. Давай по существу. Ты мне лучше скажи, как там дела у моего внука-то? Прекрасно дела, замечательно. Про юбилей не забыл? Пап, ну что за вопросы? Конечно, помню. Как и обещали, будем с Колей. И со своей подругой. Пап, пап. Ты мне не папкой, не папкой. Дал слово, держи. Я хочу знать, на кого своего внука оставляю, понял? Я от своих слов не отказываюсь. Будем втроем, как и обещал. Ну ладно, ладно. Соскучился я по вам. Жду. Мы тоже, обнимаю тебя, пока. Бензионыш. Коля! Вот видишь, как здорово получилось. Молодец. Я говорил, природу ведьми не любишь. Вот гаденыш. Коля! Коля, это ты мою плойку брал? Ну, я же быстро, я не специально. Коля, ты ей листья жёг? Что, ты обалдел, что ли? Ну-ка, успокойся, дай-ся. Пожалуйста, он же не специально. Ну... Кто такая, чтобы меня успокаивать? Коля, подойди ко мне. Коля, подойди ко мне сюда сейчас же. Сейчас же подойди, я сказала. Поэтому тебя мамаша и бросила. Так, я не понял, что здесь происходит. Антон, ты бы видел, что она себе позволила. Посмотри, что Коля сделал. Пошла вон. Поняла? Нет, ты пошла вон. Антон. Вон, я сказал. Так, да? Только вон сам не приходи. Как скажешь. Ты еще кто кого бросает. Антон, может быть, перекусить хотите? Бутерброд? Нет? Послушайте, это я виноват, не досмотрела. В чем виноват? В том, что я связался с этой дурой? Господи, какое позорище. Очень стыдно перед Колей, правда. А еще я очень сильно боюсь, что он опять перестанет доверять мне. Замкнется и закроется. Не замкнется. Ладно. Уже поздно. Жень, подождите еще минуту. Мне нужно с вами поговорить. Давайте сядем. А, да, конечно. Давайте. А, тут такое дело. Скажите уже, как есть.
Вы должны заменить Илону. В смысле? Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Давайте я объясню более подробно. Сделайте одолжение. Да. Мой отец – начальник не только на работе, но и в жизни. Человек старого порядка, строгих правил, и для него основополагающим в этой жизни является семья. А у Коли должна быть мама. Ну а я, ну что я, посмотрите на меня. У меня нет абсолютно времени на личную жизнь. До этого вечера с вашей личной жизнью все было в порядке. Нет. С Илоной мы познакомились пару месяцев назад, это все как-то пошло произошло. Но еще до этого я говорил своему отцу, что у меня серьезные отношения, понимаете? И потом появилась Илона, и они закончились. Да не было вообще никаких серьезных отношений. Я все это сказал исключительно ради того, чтобы угодить своему отцу. Но буквально недавно он стал просить меня о том, чтобы я познакомил его со своей девушкой. Мифической девушкой, которой нету. Ну, он просил, я оттягивал. И? В итоге появилась Илона. Я пообещал познакомить их. Я не понимаю, ну вы, ну скажите правду. Скажите, нет. Что она заболела. Нет, правду говорить невозможно. Я уже пробовал, второй раз это точно не пройдет. Если отец узнает, что Коля сидит с какой-то посторонней теткой, я боюсь, что... Извините. Нет-нет, я не про вас сейчас говорю. Я не про вас говорю, вы замечательная. Извините. Если он узнает, то меня отправят в бессрочный отпуск. Отдохнуть вам не помешает. Помешает. Очень сильно помешает. Правда. Дело в том, что я сейчас закупил новое оборудование. Это моя инициатива, и это все лежит на мне. Отец собрался на пенсию, ищет замену. Выбирает между мной еще одним родственничком. Так вот, если он выберет этого человека и поставит его во главу завода, все рухнет. Дело моей жизни рухнет. Вы понимаете, насколько для меня это важно? Я не понимаю, как я вам могу в этом помочь. Вам удалось понравиться Коле. А это многого стоит. Значит, вам удастся сыграть мою девушку и всех очаровать. 50 тысяч. Что? 100 тысяч. Ты... Нет. Вы о чем вообще говорите? Жень, мы уезжаем завтра на 2 дня. У вас есть время подумать. Спокойной ночи. Тысяч рублей. За 2 дня? Да. Это сумасшедшие деньги. Ну, просто это уже за гранью. Я же не какая-нибудь там. Ты не какая-нибудь там, ты няня. Просто раньше у тебя был 1 ребенок, теперь 2. Ну так в том-то и дело, что я с работой няни не могу справиться. А теперь надо еще невесту изображать. Бедная ты, бедная, у тебя очень тяжелая работа. Ну хватит, прекрати, ну я серьезно. Подруг, хочешь серьезно? Давай поговорим серьезно. Тебе предлагают несложную работу на 2 дня за огромную зарплату. Ты еще думаешь? Ты можешь квартиру себе снять. Ты можешь спокойно думать и искать, что делать дальше. Кстати, может быть, работа вообще не понадобится. Потом тебе, понимаешь? В смысле? Ты про что сейчас говоришь? На что ты намекаешь, ты? А? Может, у вас что-то там... Нет. Куда-то... Нет. Я вот буду работать няней, как я работала. А все остальное нет, не про меня. Жень, ты странная девушка, правда. Итак, что вы решили? Понятно. Антон, вы извините, пожалуйста, если я вас как-то подвожу. Жень, доброе утро. Доброе утро! Так, яичница. Фу, яичница. Не хочу яичницу. Не хочешь? Так, садись, ешь то, что приготовили. И давай не рассиживайся, нам собираться пора. Давай, ешь. Хлопья с молоком будешь? Да, давай. Хочешь, давай тебе сделаю. Да, все, буду. Сейчас сделаю. И бутерброды вам с собой в дорогу соберу. И тебе помогу собраться. А ты, кажется, с нами не едешь? О, все. Молоко у нас все. Я сейчас схожу в магазин, куплю новое. Будут хлопья с молоком.
Привет, Женька. Ты откуда здесь? Да какая разница? Есть разница. Следишь за мной? Ни за кем я не слежу. Просто шкет какой-то выложил фотку в интернет. Тебя отметил и место. Ну ты, Костян, в разведке можешь работать. Крутой. Что ты хочешь от меня? Слушай, давай заканчивать вот это вот все. Я погулял, ты погуляла. Я тебя простил. Давай ты тоже не будешь там. Что? Я говорю, домой поехали. Плохо мне без тебя. Подожди, а что ты мне простил? Слушай, хватит говорить эту фигню, а? Ты думаешь, мне вот легко смотреть на эти фотки, как ты там с каким-то мужиком обжимаешься? У меня тоже гордость есть. С каким мужиком? Кость. Ну ты скотин, конечно. Ты выбирай выражение. Не трогай меня. Я вообще-то мириться не трогай, здесь люди ходят. Ты что себе возомнила? Дура! Ушел отсюда! Бросит тебя хахаль, ко мне даже не суйся! Дебилка! Ух ты! Здорово! Чего не поел? Подарок к дедушке собираю, видишь? Угу. Красивый. Давай помогу. Ну, не знаю, как хочешь. Вот, держи. Угу, давай. Видишь, там по линии отрежь. Угу. Я уже все понимаю и уже не маленький. Если не хочешь ехать, так скажи. Нет-нет, я хочу, я бы с удовольствием... А в чем проблема? Просто понимаешь, папа вчера был очень расстроен. Я подумал, было бы здорово, если бы ты вместо Илон поехал бы. Просто мне очень хочется, чтобы у меня на празднике была мама. Ну, хотя бы понарошку или, не знаю, как-нибудь. Ну, ладно. Осталось только раскрасить, подписать, прикрепить некоторые детали. Держи. Угу, спасибо. Угу. А мне поможешь? Как? Чемодан собрать. Итак, отца зовут Геннадий Борисович. Я уже успел сказать, что вам 25 лет. Да, неплохо. Что вы модный парикмахер-стилист. Уже хуже. И что вы пишете стихи? Совсем нехорошо как-то. Пап, ну мне кажется, что стихи — это лишнее. Давай, как его, вегенератство. Вегетарианство, грамотей. Да, вы вегетарианка. Давайте, может, про стихи запомним, а про вегетарианство не надо. Нет, тут никак не получится. Я отцу сказал, он запомнил, даже переспросил. Сегодня будет тихий семейный ужин, а завтра уже светское мероприятие. Светское мероприятие? Да. Да вы что, у меня с собой вечернего платья нет. Не проблема. Заедем, купим, я все оплачу. Нет, нет, нет. Мы, конечно, заедем, но я сама в состоянии оплатить. Давай, давай, давай! Ах, Николашка! Ну, мой второй пилот, соскучился по деду-то, да? Да, очень. Ты же моя радость. Добрый вечер, папа. Ну, наконец-то! Доехали, слава богу. Антош, мы вас и не ждали уже. Привет, сестренка. Ну, я же написал, что можете начинать без нас. Закончить тоже? Извините, это из-за меня там. Папа, Катя. Это моя Женя. Женя, очень приятно. Рад с вами познакомиться. Я тоже. Ну что, бегом к столу, а? Пойдем. Здрасте.
Женечка, а вы чем мясо не едите? По религиозным соображениям или по медицинским? Кать. Что такого, ну я просто интересуюсь. Денис, веди себя, пожалуйста, прилично за столом. Нет, вот интересно, действительно, почему? Вы знаете, у меня особо соображений нет никаких. Мне просто не нравится. Вот овощи я люблю. Да? А я моя кожа не люблю. Женя, Антон рассказывал, вы парикмахером работаете? Да. А вы с Антоном в парикмахерской познакомились, да? Да. Нет. В смысле? Мы встретились в самолете. Да, а познакомиться не успели. Да, уже познакомились в парикмахерской. Ну, понятно, Антон у нас известный авиатор. Понятно, почему вы не познакомились. Это правда, это про меня. Да-да-да. Спасибо. Да. То все в порядке? Да. Пап, я же забыл подарок в машине. А, точно. Миша, справишься? Да. Коля, и телефон мой с зарядки сними, хорошо? Угу. Это не Антоша, это Коля. Коля, дай, пожалуйста, папу к телефону. Папа сейчас занят. Хорошо. В таком случае передай папе, что я сегодня закончу кое-какие свои дела, а завтра приеду к вам на праздник. Я же знаю, как для вас это важно. Все понял? Не важно. Коля, что не важно? Это важно. Ты нам не нужна, понятно? У нас и с Женей вообще... Ты дура, понятно? Случилось что? Да так. Один трудный ребенок. Ну и все? Да. Жень, поаккуратнее, поаккуратнее. Они очень хрупкие. Да-да-да, вижу. Нравится? Да, очень. Можно я поближе? Пожалуйста, пожалуйста. Папочка, помнишь, ты нам в детстве историю рассказывал про самолеты? Да, Ил-62М. Отличная детализация. Надписи, антенны. Да, детализация здесь абсолютная. У меня, кстати говоря, вот здесь есть такая маленькая лесенка, трап для экипажа. Да-да-да. Жалко, что шасси не убираются, а то был бы настоящий. Откуда, интересно, у вас такие познания? Вы что, тоже авиамоделизмом занимались, а? Почти. Дедуль! Так. Это интересно, что ж такое-то, а? Посмотрим, посмотрим. Ну, какая прелесть! Какой красавец! Ты посмотри, вы посмотрите! Это что ж ты сам смастерил? Ну, Женька помогал. Сам. Ну, угодил, внучок деда, угодил. Подарок. Я думал, после ужина подарки дарить будем. Внучок. Уважил дедушку, уважил. Спасибо, спасибо. Какой красавец. Молодец, вот видишь. Ну, папа. С днем рождения. Не забыл все-таки, помнишь. Кстати говоря, Антон вот по этой самой книге читать учился по слогам. Ну, сначала я ему, конечно, сам вслух, а потом смотрю, старается с запинками, но читает. Где ты ходишь? Я, кстати, до сих пор по слогам читаю, если что. Да, первое издание, ты смотри. О, даже автограф самого Каверина. Спасибо, сынок, уважил. Спасибо. Любим тебя, дорогой. Надо же.
Папочка, у нас тоже для тебя есть подарок. Спасибо. Поздравляем тебя с юбилеем. Здоровья и долгих лет. Спасибо. Ну, часы, да еще такие дорогие. Зря, ребят. Ну, спасибо, конечно, спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ну, давайте-ка чай пить. Ну, вперед. Денис, может, хватит сладкого? Пап, Жень, а можно мне еще один кусочек? Да. Спасибо. Коль, возьми лучший апельсин. Он и вкусный, и полезный. С ребятами поделишься, вместе скушаете. На цитрусы у детей аллергия бывает. И... Все, ребята, знаете что? Идите-ка вы поиграйте. Я даже разрешаю в своем кабинете. А нам, взрослым, надо поговорить. Давайте. Пусти, дура! Я первым. Сам дурак. Я вообще маме нажалась, что ты... Почему делаете? Это же дедушкин самолет. Тебя забыли спросить, Маринска. Да нет же, ну ты не совсем понимаешь. То, что раньше выбрасывалось, теперь будет улавливаться и утилизироваться. Деньги на ветер. Не совсем. Скажи мне, друг мой, ты что-нибудь про экологические ГОСТы читал? Ну все, хватит, хватит. Хватит. Устроили тут, понимаешь, базар. Ну-ка, передай-ка мне рюмку. Передай, передай. Кать. Вы извините, Геннадий Борисович, просто, видимо, у нас разные видения дальнейшей концепции развития бизнеса. Лебедь, рак да щука. Да какой там лебедь да рак? Вы ж без меня тут все развалите, к чертовой матери. Просто, когда оставлю дела, хочется знать, что все вот это вот не накроется медным тазом. Вот это вот совершенно верно, совершенно верно. Для того, чтобы обеспечить плавный переход бизнеса, нужен план преемственности. Преемнички! Я этот завод построил вот этими вот руками, без всяких планов. Руководителю нужна воля, смекалка и гибкость. А вы как два барана уперлись. Ну и на кого мне дела-то оставлять? Интересно. Ну ты вот, Антон, все прыгаешь, бегаешь, модернизируешь. И на мои деньги, между прочим. Ну ты заработай и модернизируй. Пап, послушай, это долгосрочная инвестиция. На старом оборудовании нового производства не наладить. Ты свою личную жизнь не можешь наладить, модернизатор. Извините, Женечка, это я не про вас. Ничего. Вам-то я как раз очень рад. Ваше здоровье. Пап, ну может хватит? Тебе нельзя пить. Я тебя забыл спросить. Дети. Что случилось? Это Коля разбил. Так мы ему говорили, что не надо трогать, а он все равно. Неправда. Вот так ужабался, как Антон был в детстве. Так. Да, как же это так, Николаш? Это не я, честно, это они. Они все врут. Наши дети никогда не врут, правда, Эдик? Дети вообще никогда не врут, они фантазируют. Ваши дети не исключение. Коль, ты разбил? Это не я разбил. Не ты разбил. Я тебе верю. Да ладно, ну кто бы не разбил? Коль мне все равно новую модель сделал. Вот ее и поставим вместо этой, и все. Папочка, это не педагогично. Все, закончили споры и разошлись. Ребята, разошлись, разошлись. Ну, сестренка, каждый раз, когда ее семейство, встречаю обязательно какая-нибудь подлянка. Обязательно. Да ладно вам. Мне кажется, у вас скорее детские шалости. Неужели? Это вы просто провели с ними всего лишь один вечер, поэтому и оправдывайте. А я в этой лодке всю жизнь. Ну, не знаю. Мне кажется, вот как дети маленькие, когда соревнуются между собой, кто круче, вот у вас так же и такое соревнование с сестрой, вот с ее мужем. С Эдиком? Я никогда не соперничаю с тем, кто мне не конкурент. Ну, я думаю, он хороший специалист. Эдик? Да.
Был обычным рядовым менеджером. Потом этого подставил, тому подмаслил. Выбился в какие-никакие начальники. Ну, а дальше начал ухлёстывать за Катей. Ну, а та в свое время сказала отцу, чтобы он сделал его замначальника. Вот и все. Жучара. Антон. Да что, ну правда, начальник нулевой. Я вас уверяю, через полгода, если, не дай бог, он станет кем-то в этой жизни, провалит все производство. Ну, ладно уж вам. Может, не провалит еще. Вы в любом случае не переживайте. Давайте мы с вами решим, как мы будем спать лучше, потому что я, честно говоря, не представляю. Да, черт, об этом я как-то даже не подумал. Не готов я сегодня к первой брачной ночи, если честно. Да, да, я уж точно не готова тоже. Так. Я могу спать на кресле. Для меня никаких проблем, я стюардесса все-таки, поэтому... Так, знаете что, моя избранница на кресле спать не будет. Вы думаете, вы одна, кому приходится спать на работе? Вуаля! Простите, можно я? А, да, да, простите. Простите, простите, простите. Жень, и по поводу избранницы я, конечно же... Да, 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 я понимаю. Шутка была. Одну секундочку. Так. У вас там все хорошо? Все. Все? Ага. Я тогда выключу свет. Давайте, да. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Симпатяга, да? Да. Упитанный такой. Да, никогда не мог устоять перед маминой кухней. Ну, смотрю, в студенческие годы вы прошли форму. Мама уже не перекармливала? Мам уже-то не было. Ну, мне лет было 10, наверное, когда она тяжело заболела. Простите. Да нет, нет, все в порядке. Правда. Я помню, бывало, поссоримся с сестрой насмерть. А вот мама зовет к столу, и мы снова большая дружная семья. По-моему, так и не смог восстановиться после ее смерти, отстранился. И кольцо до сих пор носит. Он всегда хотел, чтобы у меня была... Такая же идеальная девушка, какой он видел маму, но у меня все как-то не ладилось. Да, Володя? Геннадий Борисович просил передать, что гости скоро подъедут, и семья должна быть в сборе. Хорошо. Так. Ну что, по-моему, нам пора. Да. Непременно отметим. Извините. Ваня! Здорово, здорово! Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, это Женя. Здравствуйте. Очень приятно.
Алиса, перестань. Что? Ой, Денис! Держи. Спасибо. Прекрасная Анна. Ну, привет. Веночка, милая, ну с днем рождения тебя. Куда я тебя поцелую-то? Спасибо. Посмотри, какой дедушка красивый. Пир на весь мир. А что? Одно не пойму. Ну? Так много цветов, так много. А ты до сих пор жив. Ой, ты что, Ваня? Май? Ты что? А ты что, не знал, что мы мои похороны репетируем, а? Да ты что? Ой, пожилые мужики, а такие штуки. Аня, старые дураки, они самые крепкие дураки. Анечка, ты знаешь почему? Нет. Потому что у них очень опыт богатый. Спасибо. Это дядя Женя. Ты просто маленький был, не помнишь? А, дядя Женя? Ну да. Антон, давайте я вам закуски принесу какие-нибудь пока. А вы не боитесь? Нет. Хорошо. Я быстро. Мы, если что, здесь. Ладно, все, я вас сейчас со своими внуками познакомлю. Давай. Коля, ну давай, иди сюда. Ой, иди сюда. Это внук такой. А ну-ка познакомься, это мой самый старый друг, дядя Ваня. Дядя Ваня, да. Ну? Ты у него с детства тоже любимчиком был. Любимчиком? Ты серьезно? Да я одувался за двоих, а на тебя даже не прикрикнули ни разу. Это потому, что ему безразлично было, что я есть, что меня нет. И детей моих он тоже не любит. Кать. Ну, что ты такое говоришь? Иди ко мне. Ты, Антоша, мне лучше не мешай. И семье моей тоже не мешай. Бизнес все равно к нам перейдет, к Эдуарду. Тебе и так все с детства легко давалось. А мы это заслужили. Так что ни сын твой, ни баба твоя тебе не помогут. Понял? Иван Анатольевич, Анна Ивановна, как я рада вас видеть! Какая вы красавица! Успенская, улица Вишневая, 15. Ага. Скоренько, я уже опаздываю. Без проблем. Ребят, чего тебе? Может, мир? В шахматы поиграем. Иди с тетей Женей поиграй. Да, который у тебя так защищен. Бедный, маленький, голенький. И вообще, нам мама сказала, что ее здесь скоро не будет, потому что твой папа ее бросит. Угу, не привыкай. Добрый день. Постойте. Я знаю, куда, спасибо. Подождите, пожалуйста. Могу я взглянуть на ваше приглашение? Я девушка Антона Геннадьевича. Или ему тоже нужно приглашение? Вот и я так думаю. Пожалуйста, поставьте в мою комнату, а я к гостям. Стоит, оплачешь? Извините, пожалуйста. Пойдем. Послушай, я дам тебе все, что ты захочешь, только прошу, уезжай. Да? Что-то в прошлый раз ты не сильно делал, что я захочу. Прости, я знаю, я был груб. Я очень сожалею об этом. Антош, ты не умеешь сожалеть. Сейчас научишься. Где твоя Женька? Евгения! Что же вы там спрятались? Идите к нам. Расскажите всем, как это легко и быстро разрушить чужую семью. Так. Ну и что у вас тут происходит, а? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, Геннадий Борисович. Вы не представитесь? Конечно. Меня зовут Илона. Дело в том, что я невеста Антона.
Я думаю, что он наверняка вам обо мне рассказывал. Правда, милый? Быстро ко мне в кабинет. Пойдем, внучок. Поможешь деду. Пойдем, пойдем. Здрасте. Заходи. Прошу, прошу, прошу. Ну? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что вы тут устроили? А? Пап, послушай, все, что происходит, это... Геннадий Борисович. Стоп, стоп. Коля, ты эту девушку знаешь? Да, знаю. Ну, конечно, знает. Молодец. Хороший мой. Давно у нас было отношение. На меня как кричала, а на папу грубила постоянно. Он ее выгнал. Ну, а как ты с Женей общался? Женя мой лучший друг. И вообще, папа ей недавно кольцо подарил. И скоро они родят мне братика и сестренку и поженятся. А еще они подарят мне собаку. О-о-о! Интересно. Это что, правда? А? Ну, вообще, о собаке уговора не было, Коля. Да, знаете, пошли вы все. Да. Манера. Ну что, детишки, спасибо вам за подарок к юбилею. Привет. Здрасте. Можно тебя на минутку? Антон, подожди. Минуточку внимания, дорогие друзья. Я, во-первых, прошу простить за этот небольшой инцидент. Ну, девушка ошиблась адресом, бывает. Но дело не в этом. У меня новость посерьезнее. Мой сын, Антон, женится. И я по этому поводу хочу произнести тост. Здесь вот мои друзья многолетние, которые собрались сегодня, знают, что... В жизни у меня бывали разные моменты. Мог и банкротом 1000 раз стать, и конкуренты могли сожрать. Ну, вроде ничего, выжил. Да, но вот испугался я, честно говоря, в жизни всего один раз. Когда понял, что оставшиеся годы надо прожить одному, без жены. А моим детям без матери. Ну, не знал, справлюсь ли с ролью отца-одиночки. Ген, ты справился. Ну, вроде справился, да. Годы прошли, жизнь сложилась. Ну, ладно. Самое главное, что сегодня, как мне кажется, мой сын, Антон, нашел достойную спутницу жизни, которая впоследствии сможет стать матерью для моего любимого внука. Женечка, за вас. Ура! Сын, я тебя люблю! До дна! Папа, тебе нельзя пить, врачи запретили. Сегодня все можно, понял? Вот так. Иди сюда. Подойди, пожалуйста. Поздравляем. Спасибо. Идем. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ты чего? Какая, блин, свадьба? Жень, я разберусь, ну, просто дай мне немного времени, хорошо? Сколько времени? Нам сейчас вообще нельзя ждать. Чем дольше мы ждем, тем хуже. Мы теперь только на «ты», как раз к свадьбе. Антон, это не смешно. Мы правда должны срочно сказать Геннадию Борисовичу, Жень, как можно да. раньше. Жень, ты права, это не смешно, просто... Просто дай мне немного времени обдумать все это, и я приму решение. Пожалуйста, скажи ему. Ладно? Я приехала, думаю, помиримся прямо здесь. Он оценит, как я хорошо поступила. Мы вместе с ним всю Европу объездили, смотри. Да, в Вене были. Красиво. Вот это в Праге. Красиво. Да, мы эту кофту там покупали, специально, чтобы я в ней сюда пошла. Так. Да, а потом появился ты, Женя. Смотри, вот их. Вот, Антон сфотографировал. Так, подожди. И что? Любимая няня. Она когда только появилась, я сразу поняла, что она не просто так. Я Антону это сказала, а Антон меня даже не услышал. Подожди, а давно у них роман? Кать, какой роман? Она появилась неделю назад, он ее нянил с Колей сидеть. Она няня наша, няня, понимаешь? А вот так вот? Катя, я невеста Антона. Он хотел меня с вами знакомить, с Геннадием Борисовичем, про дом мне рассказывал, понимаешь? Чтобы я понравилась, чтобы ему все было это так важно. Я и приехала, чтобы его выручить, чтобы его не оставлять в этой ситуации. А он меня бросил, еще и унизил при всех. Даже адрес знала, понимаешь? Потому что я знала, куда мы едем. Ты хочешь так это просто все оставить? А что ты думаешь, мне стоит бороться за свое счастье? Ну, счастье это, конечно, сомнительное. Ну, вот отомстить, я думаю, можно. Так, изощренно, продуманно. А как? А мы что-нибудь придумаем. Девушки, обратно. Ну что, мы договорились? Договорились. Тогда на связи. Володь, а тебе чего? Проследил, чтобы дама покинула территорию, как Геннадий Борисович сказал. А я, значит, не могу проследить? Да, Антон Геннадьевич, конечно, человек горячий, эмоциональный, но инициативный. Вот это точно. Я вот помню, это давно было, Антошке было тогда лет 5. Сидим дома, смотрим телевизор. Ну, сидим, молча смотрим. Он вдруг ни с того ни с сего. Дурацкая реклама. Мы сидим, молчим, смотрим дальше. Он опять. Дурацкая реклама. Мы говорим, Антош, ну действительно дурацкая, ну и что? Он говорит, вот это я как раз и хотел от вас услышать. И дальше сидит такой гордый и смотрит. Вот это вот демидовский характер, понимаешь? Вот в лепешку расшибется, но вот свое мнение продавит. Давайте уже тогда в маркетинге понимал. Давайте Жень. За это выпьем. Давай. Жень, давай к нам. Не-не, я встаю. Пап, ну тебе нельзя, правда. Заботливый ты мой. Ты что думаешь, я вот от одной рюмки сломаюсь, что ли? Эдик, вот по-твоему, как я сломаюсь от одной рюмки? Какой там, Геннадий Борисович? Ну вот, твой батище, ого-го, понял? Кстати, насчет свадьбы. Пить будем только наши напитки. У меня там несколько ящиков припрят на берегу для особых случаев. Пап, и по поводу свадьбы... Чего? Ну, давай продолжай, что? Чего? Слушай, ты извини, что мы так поздно тебе сообщили. Мы реально хотели сюрпризом это сделать. Ну, очень хорошо. Сделали сюрприз. Давайте за это выпьем. Давайте выпьем. Давайте, наконец. Ну. Давайте. Следующий раз, последний поедем. Я причем могу посвятить.
Жень, ты чего? Я договор выполнила. Я все сделала. Насчет никакой свадьбы мы с вами не договаривались. Извини, пожалуйста. И вообще, мне очень жаль, что я в это во все ввязалась. Я полная дура. Жень, ну это... Жень, ну не я придумался, а свадьба. Это Коля. И потом, ты его не остановила? Я его не остановила. Это ты должен был его остановить. Ты его отец. И ты затеял всю эту комедию. Мне просто противно, Антон. Вся ваша семья ведет себя, как в погорелом театре. Все притворяются, все что-то играют. Это просто противно. Ну, Жень, ну что я мог сделать? Что? Ну, признаться, например. Ну, испугался, замялся, ну... Ты представляешь, что иначе произошло с отцом, если бы я это сказал? Причем здесь твой отец? Не надо сейчас говорить про отца. Ты это делаешь исключительно из-за своей карьеры. Женя, сейчас ты не права. Не права. Сиди здесь, я сам схожу. Куда? К отцу, все ему расскажу. Алло. Алло. Вишневая, 15. Кажется, инфа. Держи скорей. Папочка. Пап. Давай, папа. Давай, папа. Как же так? Алло. Ну что, ваш отец в порядке, хотя и очень слаб. Ну какой к черту с его сердцем алкоголь? Что ж вы не углядели? Так вы нам нотации тут не читайте, пожалуйста. Кто из вас Антон? Я. Он хочет видеть вас и... И меня. Вы его невестка? Пойдемте. Да умилялся старый. Эд. Чего Эд? Чем теперь сделать, чтобы он меня главным назначил? Развестись и жениться второй раз, да? Да не жениться они. Она же подставная. Антон подкупил ее просто и все. Че, уверена? Представь, что папочка скажет. Не сыну сплошное разочарование. Друзья, а как ты это собралась доказать? Есть у меня некоторые мысли. Ты там на работе пока. Страхуйся. Коля, посиди пока в коридоре. Ну скажи, что ты устроил? Не нуди, сынок. Не порти момент, а? Волнуется за вас. Женечка, дорогая, вы уж простите старика. Сам не знаю, ну как это со мной случилось, черт тебе. Зато я знаю. Ну напугал я вас, я понимаю. Ну... Но обещаю, к вашей свадьбе буду в полном порядке. Пап, ну какая свадьба? Тебе сейчас не об этом думать надо. Об этом.
Мне и на сердце станет лучше, да и душа как-то полегче будет. Да, но пока эти праздники не очень хорошо влияли на твое сердце. Ну что ты все заладил, а? Ну я не маленький. Капли в рот не возьму. Только угомонись-то, ради бога, угомонись. Женечка, можно? Конечно. Женечка, я уверен, что вы украсите нашу семью. Я рад. Спасибо. Я тоже рада. Выздоравливайте. Хорошие. Что делать будем? Я думаю, надо правду сказать. Тут без вариантов. Боюсь, если мы ему сейчас правду расскажем, то это окончательно его добьет. Коль, ты чего? Коль, ну, конечно, не добьет. Это я не всерьез. Но, сынок, перестань. Простите меня. Из-за меня. Наврал всем. Теперь отдувайтесь за меня. Чего? Ты же хотел как лучше, правда? Ты же не знал, как получится в итоге. Поэтому ты все правильно сделал, тебя никто не винит. Простите меня. Тебя никто не винит. Да, но это не снимает повестку дня. Что будем делать? Мы же можем с тобой расстаться? Найти какой-нибудь повод. Ты же умеешь расставаться с девушками? Ну, я бы так не сказал, что умею. Твой отец, он... нормально отреагирует, если мы разойдемся? Ну, я думаю, как минимум очень сильно расстроится, но переживет. Ну вот. Значит, решили? Да, Коль? Угу. Прорвемся? Да, ребята, у меня к вам только будет просьба. Не могли бы вы на время закрыть свои страницы в соцсетях? Я чувствую, сестренка что-то начала подозревать. Ну так, на всякий случай. Жень, ты как? Хорошо. Сын? Да, хорошо. Ну вот и славно. Ложись ко мне на коленки. Ложись сюда. Давай, тебе поудобнее будет. Вот. Спасибо огромное. Ваш вклад бесценен. Да не за что. Я правда думаю, что у нас получится тянуть время. На работе сейчас оврал, это как минимум не до празднеств. Самое главное – это держаться вместе. И работать сложно. Нет, никаких серьезных ночных разговоров, тем более с такими красивыми кефирными усами. Спокойной ночи. Антон, я не считаю, что работа для тебя важнее всего.
Так, скорость велосипеда 112 километров в час. Так. Коль. Чего? Почему 112 километров в час? Это же велосипед, это не самолет. А, ну да. Ты чего, не выспался? Да выспался я. Жень, а почему ты не хочешь за папу замуж? Потому что он ненадежный, да? Что? Это тебе кто такое сказал? Ну, как-то раз тетя Катя сказала, что папа не умеет строить нормальные отношения. То есть ненадежный. Ну, господи, тетя Катя, конечно. Ничего подобного. Ну, ты же замуж не хочешь? Ну, просто у взрослых все... Просто... А, так ты согласна? Здравствуйте. Женечка, привет. Можно же на ты? У нас как-то не заладилось с самого начала. Это моя вина, я прошу прощения. Я пройду? Проходи. Конечно. Что-то случилось? Случится? Свадьба ваша. Я вот приехала помочь к ней подготовиться. Пойдем, пойдем, моя хорошая. Ой, Женечка, спасибо тебе большое. Ты смотри, что я тебе привезла. Полистай, да. Полистай, потом обсудим. Смотри, мне кажется, тебе это очень пойдет, да? Ой. Очень красиво, правда? Да? А это? Ой, ты посмотри, как тебе пойдет. Да? Кать. Да? Ну, мы вроде сами справляемся потихоньку. И с Антоном недавно говорили, может быть, нам не торопиться пока. Нет, ты что? Мне это задание папа делегировал. Ой, так что вы от меня не отвертитесь. Слушай, я же тебе жизнь прощу, Женечка. Вы же, наверное, ничего не сделали еще? Приглашение не разослали? Нет. В ресторан не выбрали? Платье не выбрали? А еще декор, еда. Антон же, наверное, все время занят. Вдвоем веселее выбирать. Ой, вообще, конечно, подготовка к свадьбе – такое утомительное занятие. Хотя тебе или не знать. Да. В каком смысле? Как? Безымянный сам за себя говорит. В смысле? Вы ошиблись, мне да, пока конечно, случая не предоставлялось. Да, конечно, да-да. Ну что, поехали? Куда? Как куда? Я самое главное не сказала. Я же нас записала на примерку. Поехали. На какую примерку? Подожди. Какое, Жень, платье? Поехали скорее. Платье я не могу, к сожалению. Мне ребенка не с кем оставить. У нас няня заболела, и я вот с ним. Это что, проблема, что ли, Жень? Коля! Коля, собирайся, поедешь с нами в салон. Коля! Значит, практически мы вышли на финишную прямую. Все работает. Ну, правда, пока в тестовом режиме. Но тьфу-тьфу-тьфу. Без неполадок и нагрузку выдерживает. Количество выбросов снизилось. Ну, именно этим мы сейчас и занимаемся. Как только наладим, так будем смотреть по онлайн-мониторингу. То есть, я правильно понимаю, мы сможем контролировать экологическую ситуацию в онлайн-режиме? Совершенно верно. Но после наладки. Это фантастика. Да деньги на ветер. Не все измеряется деньгами. Иногда нужно подумать и о людях. И о репутации компании, которая может пострадать. Но другие же как-то работают. И без штрафов обходится. Просто надо уметь договариваться, вот и все. Отличная работа, Игнат Владимирович. Так держать. Спасибо. Ну, зайдем к тебе на пару слов. Слушай, Игнат. Ты у нас сколько уже работаешь-то, а? 15-й год. Ого! 15-й год? Ух ты! Молодец! Аксакал! 11 старейших. Молодец, молодец. Ну что, всем доволен? Там зарплата, там отпускные, льготы. Всем доволен, Эдуард Валерьевич.
Абсолютно всем. Не поймал, почему вы спрашиваете. Слушай, я человек прямой, я с тобой на чистоту буду без всяких там. Нужно, чтобы техника вся эта, вот это вот новое оборудование дало сбой. Не понял. Кому нужно? Для общего дела нужно. Ну, это ж подсудное дело. Подсудное дело. Это аванс. После всего еще столько же. Эдуард Валерьевич, это саботаж. Ну, саботаж. Для общего дела же. Нет, вы меня не поняли. Все оборудование не работает в автономном режиме. И все здесь связано. И если где-то будет сбой, то завод станет как минимум на несколько дней. Весь завод. Да, я понимаю. Ну, а если рванет? Если пожар? Если жертвы? Не надо ничего, никаких жертв. Ты чего? Так, небольшого задымления будет достаточно. Без жертв, по минимуму. Ну, а если Геннадий Борисович узнает? Мне статья, увольнение. Игнат, Геннадий Борисович узнает, что ты настаивал, хотел провести дополнительные тесты. А Антон Геннадьевич тебя проигнорировал, не услышал. Игнат, твой вклад в общее дело будет очень хорошо оценен, когда я стану вместо Геннадия Борисовича. Слышишь меня? И когда? Вот от тебя уже зависит. Попомни. Эта модель у нас в стиле постмодерн. Некоторые считают чересчур откровенным, но, по-моему, в наше время, в 2018 году, в самый раз. Красиво. Эта модель была представлена в прошлом году в Париже. Наша новая коллекция пользуется огромной популярностью. Но вам бы я порекомендовала другую модель. Кать, извини, пожалуйста, мы здесь уже 2 часа, и она нам показала уже 20 платьев. Слушай, ты абсолютно права, пора уже мерить. Смотри. Обратите внимание, платье в стиле русалочка. К нему прилагается пышный шлейф, который придаст вашему силуэту легкости, волшебности. Вот русалочка – то, что нам надо. Пойдемте в примерчину. Да, я имела в виду, что… Если что-то не понравится, ты потом померишь другое. Ладно. Давай, я тебя здесь подожду. Здесь-то? Вот, да. Константин Иванов. Слева, справа, как вы хотите. Ну, давайте так. Секундочку, здесь нужно поправить. А что ты делаешь? Уже не сумка упала, а на пол. Я собирала все, потому что все развалилось тут. По-моему, вам очень к лицу. Женя! Какая ты красивая! Прикольно. Да? Правда? Нравится? Да, прикольно. Главное, скажите мне, платье нашли? Выбрали, Геннадий Борисович. Ну, Катерина помогла? Катерина помогает. У нас все хорошо, все по плану, вы даже в голову не берите. Дедуль, ты главное поправляйся и выписывайся. Все будет хорошо. Ну да, пап, ну не волнуйся и не думай ни о чем, правда. Угу. Ну да. А свадьбу, в конце концов, можно и отложить. Конечно. Что? Зачем это еще переносить-то?
Вы что, не успеваете, не справляетесь, что ли? Ну, давайте еще людей наймем, чтобы наверняка. Не надо никого нанимать. Вы даже мы сами справляемся, Екатерина помогает, у нас все хорошо. Ладно, все. Хватит, пора прощаться. У меня процедуры. Все, обнимаем тебя. До свидания, до свидания. Пока-пока. Посади меня на коленки. Так, ну, Коль, давай не начинай. Ну, договорились же. Пойми, это очень важно для деда. Ну, ладно. Все, иди отдыхай. Пойду. Он устал сегодня, по магазину целый день с нами мотался. Бедный. Катя твоя, конечно, я еле на ногах стою, а ей нормально. Тяжело тебе? Не-не-не. Все, мы же договорились. Вообще, Катя проявляет какую-то нездоровую инициативу. Ну, странно все это. Слушай, а что если подключить твою подругу? Киру? Ну да. И тебе веселее, и Катя не так сильно приставать будет. Я попробую. Так, здесь мы можем поставить свадебную гондолу. Жень, ну как, нравится? Я, Жень, предлагаю сделать арку из белых роз перед входом. Угу. Что, не нравятся белые? Нравится. Давай сделаем из кремовых. Так, сейчас нам нужно будет распределить гостей. Значит, Артема Александровича с Людмилой Михайловной мы посадим сюда. Или из розовых. Какие розы? Это прошлый век. Друзья Антона здесь будут сидеть, такая шумная компания. По центру это очень хорошо. Так, так, так. Здесь будет сидеть, значит, сослуживцы его. Слушай, у тебя же твоих немного будет, да? Давай мы их посадим, я думаю, что за тот столик, ладно? Где на тебе венок? Вы так... Моя дорогая, тебе какие больше нравятся, кремовые или белые розы? Какие твои любимые цветы? Пионы мои любимые цветы. Жень, так романтично! Можем покормить лебедей хлебушком. Платье в лодку? Вы серьезно? Это все надо съесть? Не съесть, а продегустировать. Это значит выбрать самое лучшее. Кока не слипнется? Да. Надо так надо. Не хотите нам помочь? Я? Это вы, Кирочка, вызвались нам помогать. Вот и помогайте. А я за фигурой слежу. О, привет, пап. Привет. Представляешь, мне это все надо продегустировать. Продегустировать. Правильно говорить, продегустировать. Добрый вечер, Антош. Добрый вечер. Но, по-моему, он добрый, когда проводишь его дома, в кругу семьи. Тебе так не кажется? Ну что же, спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи. Пока, тетя Катя. Спокойной ночи, Коля. Спасибо большое. Спокойной ночи. Ну, я тоже, наверное, пойду. Подождите, подождите, вы ведь Кира, да? Да. Простите, пожалуйста. Ну, к вам это не имеет никакого отношения. И спасибо вам огромное за то, что помогаете, правда. Я просто очень устал, правда. Ладно, пойду переоденусь. Я тоже, пожалуй, пойду. Спокойной ночи, Коль. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Устал он, притомился. Бедный, несчастный. Подруг, подруг, подруг. Ты чего ворчишь-то на камеру? Смотри на него, а? Ничего.
извини, извини, пожалуйста. Я просто устала уже, как лошадь. Я больше не могу. Нет, это Катя уже достала. Это свадьба. Постоянное вранье. Я больше не могу. Мне хочется просто встать и уйти. Почему я должна решать его проблемы? Остановись. Просто остановись и успокойся. Слушай, может, это у вас такая игра, кто устал, тот уходит? Давай я тоже уйду, потому что я, честно говоря, подустала. Жень, вообще все устают. Попробовал бы Антон весь день помотаться по салонам, тем более с этой ведьмой. Хотела вам сказать, что... Нет, Кира, вы абсолютно правы. Нам всем нужно отдохнуть. Жень, ты прости, я с этой работой совсем... В общем, завтра, послезавтра ты свободна. Подожди, а ты? А Коля с кем останется? Ну, я что-нибудь придумаю. Да что тут думать, поехали все вместе и все. Да. А куда? На озеро. Каждый год мы с друзьями из универа ездим на озеро, это традиция, там будет весело. Готов? Ловлю! Опа! Мам, лови! Помочь что-нибудь? Да, да, режь, я не могу больше это делать. Ловишь? Я это сделаю, давай. Как там твой? Он не мой. Я тебе 100 раз говорила. Так, дорогой, давай кому лезай из воды. Как там Константин? Ну что, Константин? Заявился тут Константин. Да ладно. Да, пришел, скандал устроил. Драться полез, прикинь. А Антон? Я испугалась. Антон что? А чего Антон? Я ему не говорю. Он вообще знает, что ты замужем? Нет. Нормальная ситуация. Тихо, пожалуйста, тихо, я тебя очень прошу. Он не знает. Я когда пришла на работу устраиваться, я ему не рассказывала. Ну теперь я и сама не знаю, что делать, потому что свадьба-то фиктивная. Мало ли что он подумает, я и сама боюсь. Женя, ты странная. Это такой мужчина, понимаешь? Его нужно брать здесь, сейчас. Так, все, стоп. Пойду, подойду. Он там один сидит, мне неудобно. Давай, неудобно. Спасибо, что помогла. Молодой человек, а что это вы тут один сидите? Да я как-то не знаю здесь никого. Но у тебя очень хорошие друзья, правда? Да? Спасибо. Мы с институтом вместе. Вон, видишь пару? Да. Это Маша и Игорь. Так вот, Маша своего первого ребенка у меня на борту родила, представляешь? Да ладно? Прям в самолете? Да, прям в самолете. Я так испугалась, я еще тогда только начинала. Но мы в итоге справились, и вот теперь у меня крестник есть. Егор, их сын. С тех пор дружим. Ну, что ты грустишь? Пойдем. Куда? Пойдем. Куда? Че сидишь? Пошли! Давай! Пойдем! Проходи! Хватит, пожалуйста! Отлично танцуешь! Молодец! Хватит! Ну, правда, я серьезно тебе говорю! Как опозорилась, блин, Макс! Садись! Присаживайтесь! Давайте, ребят, кто следующий? Ну, наконец-то! Хоть посмотрим, кто у нас тут пришел! Антон! Давай, Антон, ты водишь! Ну, ребят, я даже правил не знаю! Правда или действие? Это как? Смотри, если ты выбираешь правду, то я задаю тебе вопрос. А если действие, то ты что-нибудь делаешь, например, танцуешь. Так, ну танцевать мне не очень хочется, поэтому я выбираю правду. Что? Вот, твой стакан. Ну смотри, ты сам решил. Так, когда у тебя был первый секс? Ну ты чё? Так, я, кажется, понял, в чём дело. Я выбираю действие. Понятно. Танцуй. Ну что, давай. Прям... А что танцевать? Давай. Давай, Стёпа, лизги. Давай. Так, а музыка? Музыка. Давай. Будет? Давай, мы все танцевали. Давай. Молодец! Давай.
Так. Браво! Молодец! Держи. Было, было, все, считается. Загоняли старика. Молодцы. Да. Да я просто так не сдам. Да ты че? Так, кто следующий? Ну кто ты, Антон, давай, загадывай. Давай. Ну? Жень, правда или действие? Правда. Я правда не боюсь. Ага, конечно, хитрые какие. Я буду тоже против Макса правду загадывать, бы не испугалась. Он меня бы не подставил. Да, милый? Нет, конечно. Да, ребят, мы не парочка. Ладно, давайте свои там дежурные вопросики задавайте друг другу. Ну? Жень, тебе хорошо со мной? Ну что я говорила, а? Сейчас скажут да. А тебе? И? Но? Да. А? Ну еще бы она не сказала, ребят. Давайте, давайте наливайте. Давайте. Ура, 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 ура. Ты не против? Да, брат, конечно, возьми. Давай. Оп! Раз, два. Раз, два, три, четыре. Ожидал от тебя такого. Фу, драйва. Да что, я вообще в школе мечтал молодец. Быть как Ринго Стар. У меня даже собственная группа была. Но потом отец понял, к чему это приводит. Прогулы, невыученные уроки и понял? Запретил мне барабанить. И группа, так сказать, распалась. Ну, еще не поздно. Да куда там? Я день отдыхаю, меня уже совесть мучает, что я не на работе. Спасибо тебе огромное, что вытащила, правда. Мне очень хорошо. Да ладно. Жень, не хочется спать. Давай еще посидим немного. Давай, я не против. Я тогда мигом сбегаю за вином, проверю, как Коля устроился. Хорошо? Хорошо. Будь здесь, никуда не уходи. Я быстро, я мигом. Кто там ползет такой? Ну че, как у вас там? Все хорошо. Так, я иду ночевать в палатку к девчонкам, а вы здесь? Кир, вы... Кир, нет. Чё ты как маленькая? Бери инициативу в свои руки и действуй. Прекрати даже. Прекрати. Это не обсуждается. Я пошла. Нет, Кир. Подожди, посиди. Удачи. Да, да, правильно. Давай. Фу, последняя бутылка с боем отвоевал. А ты с Кирой в одной палатке? Ну да. А где она? Она отошла. Скоро, скоро вернется. Что-то случилось? Ничего. Нет. Все в порядке. Антон, я, наверное, пойду спать. Ты извини меня, пожалуйста. Устала. Нет, нет, это ты меня извини. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Thank you.
Тише, тише, не нервничай, спокойно. Ты чего так в руль-то вцепилась? Фу. И теперь давай сбросим чуть-чуть скорость, потому что мы в населенном пункте. Угу. Да, слушаю. Жень, ты главное дистанцию соблюдай и резко не тормози, хорошо? Хорошо. Спасибо тебе, я учту. И поворотники обязательно включи. Да, я помню. Хорошо, уезжаю. Пересаживаемся. В смысле? Давай, включай правый поворотник. Угу. Пересаживаемся. Это я во всем виноват. Не надо было торопиться, конечно, с этой модернизацией. Я об этом говорил, но, видимо, как-то был неубедителен. И не смог Антона уговорить как-то подождать немножко, тесты дополнительные провести, как главный инженер и советовал. В общем, Антон все время как-то немножко... Он как-то все время побыстрее хотел. Да, ну, понятно. Демидовская порода, уж сами говорили, но... В общем, короче... Короче, это моя вина. Я готов написать заявление по собственному желанию. Простите, пожалуйста, приехал как смог. Ну? И где ты болтался? Занят был. Ты как, пап? Зря ты из больницы вышел. Правда, зря. Да я, как вижу, надо было бы еще пораньше. Может, объяснишь, что произошло с оборудованием, которое ты уговаривал вот нас закупить? Ну, я пока не могу сказать ничего точно. Это как не можешь? Пап, когда я уезжал, все работало в штатном режиме. Если ты дашь мне хотя бы немного времени, я обещаю, что все исправлю. Правда. Только единственное, свадьбу пока придется отложить. Да только попробуй, рационализатор хренов! Ты что, меня и здесь хочешь опозорить, да? Пошел вон отсюда! И вот чтобы вернулся с готовым решением, ты понял? Пойдемте. Ну, я не понимаю, но как можно было так облажаться, когда отец только в меня поверил? Я не верю, что облажался ты. Вот то, что тебя подставили, вполне может быть. Кто? Да нет, нет. Ну, это, конечно, скользкий тип. Но чтобы рисковать жизнью людей... Да и кроме того, я не могу его обвинить без доказательств. Отец подумает, что я просто отмазываюсь, еще больше взбесится, а волноваться ему сейчас вообще нельзя. Ну, ты не волнуйся. Ты будь спокоен. Мы с тобой договорились, что мы прорвемся. Значит, мы прорвемся. Прорвемся. Меня вот-вот уволят с работы. И как сказать отцу, что свадьбы не будет, я понятия не имею. Знаешь что, давай, правда, поженимся. Ну, нарожку. Договоримся как-нибудь с регистратором. Я не думаю, что твой отец будет потом с нас свидетельство требовать. Ну и потом как-нибудь разбежимся. Если захочешь. Жень, ты прости меня, конечно, но это абсурд, это бред. Ну, правда. Ну, не могу я жениться на женщине, которую знаю меньше 2 недель. Понарошку, не понарошку, неважно. Один раз я уже женился, не подумав. Жена ушла от меня, я больше так не хочу, правда. Ладно. Жень, ну...
Дурак. Что тебе надо? Алло, Антон, послушай меня. Я заперлась в ванной, он ломится в дверь, он с ножом. Антон, мне больше не к кому обратиться, пожалуйста. Кто он? Я не знаю, какой-то мужик. Илон, послушай, вызывай ментов. Антон, не едут, я звонила 3 раза, пожалуйста. Черт. Ну, где он? Значит, заперлась в ванной. Все ясно. Я действительно была в ванной. Можем пойти туда вместе, как ты любишь. А я ведь и вправду поверил, что тебе нужна помощь. Тош, ну чего ты? Я соскучилась. Илон, с тобой все хорошо, я убедился в этом. Я ухожу. Илон, извини. Антон, я люблю тебя. Илон. Что, Илон? Вот так? Вот так. Я тоже думала, что это будет интрижка на месяц. Максимум на 2. Я тоже думала, что все будет просто, классно и красиво. А теперь вот так. И что? Что мне делать-то с этим? Может, подскажешь? Прости, пожалуйста. Я правда не знаю, как это произошло. Просто... Просто? Просто что? Просто можно выкинуть меня вот так, как вещь? Я кто для тебя, Антон? Просто антураж, модель, ноги, кто? Появилась Женя, и ты избавился от меня? Да пойми, у меня не было выбора. Мы с тобой поссорились. Я не мог поехать к отцу один, ты это понимаешь? Поэтому попросил Женю, чтобы она сыграла мою девушку. У меня... Ничего не было и не могло быть с Женей. Она просто няня. Антон! Боже, я нехороший. Я тебя люблю, Антон. Илон, прости, я не могу. Ты заплати своей няньке, может, она тебе... Другие услуги окажет. А ведь я люблю ее. Алло? Алло, Катюш, ну вот он только что ушел. И как? На почту скинула ссылку тебе, смотри. Иду. Так, я у компьютера. У меня ничего не было и не могло быть с Женей, она просто няня.
Ты молодец. Я тебя люблю. Чуть-чуть подрежу, и будет то, что нужно. Я тебя пришлю завтра в Хайди. Деньги перекину, как и договаривались. Все, пока. Да, спасибо. Все в порядке? Что-то случилось? Доброе утро. Доброе. Николай. Твое любимое блюдо. Что это у нас за рисунки такие? Звезда. Звезда? Да. Ты же у нас звезда. Маленький герой. Да. А у папы доброе сердце. Да. Прям доброе. Так, все. Я опаздываю на работу. Держись. Я знаю, ты ни при чем. А это уже не самое главное. Сын? Пока. Пока. Доброе сердце. Давай. Так. Чего? Столько денег вбухли, а толку ноль. Да не просто ноль, а сплошные минусы. Пап, ну хватит, ну делаем все, что можем, правда. Эксперты приехали, все работают. Эксперты работают, а вот наши механики что делают? Ну ты сам-то посмотри, вон, оси кривые, станки убитые. Вообще полный бардак и пофигизм. Черти что! Пап, ну ты понимаешь, что ты сейчас кричишь просто ради того, чтобы кричать? В общем так, 5 часов в офисе, вот там мы с тобой и поговорим. Это что? Ничего. Так. Просто можно выкинуть меня вот так, как вещь? Я кто для тебя, Антон? Мы с тобой поссорились. Я не мог поехать к отцу один, ты это понимаешь? У меня ничего не было.
Что случилось? Ничего не случилось, все в порядке. А, ты куда? Мне срочно нужно уехать. Ты куда? По работе. Меня на рейс вызвали. Ну, мне не 5 лет. Что случилось? Да. Ты же помнишь, что я еще стюардессой работаю? Да? Вот, меня вызвали по работе. Ты не переживай. Папа скоро придет. Ладно? Ты самый лучший мальчик на свете. Помни об этом. Хорошо? Ну все. Из-за простоя убытки предприятия составили 11 миллионов за 2 дня, включая стоимость арендной платы, зарплату сотрудников, амортизацию оборудования и другие расходы. Спасибо, Миша. Слушай, Игнат, мы не можем отключить эти очистители к чертовой матери? Теоретически да, Геннадий Борисович, но... Что но? Быстро запустить завод мы не сможем. Слишком сложный технологический цикл получается. Надо посчитать упущенную выгоду за весь период и идти в суд. А с кем судиться-то? С Антоном Геннадьевичем, что ли? Рано. Ой, рано, Эдуард Владимирович. Могут, знаете ли, новые обстоятельства всплыть. Ищите на кого вину перекинуть. Ладно, все. Стоп. Так, совещание окончено. Мы же хотели еще обсудить причину аварии. Нечего обсуждать, все свободны. Кроме тебя, Антон. Да, слушайте. На. На, посмотри. Ну, давай разберемся. Значит, это та самая девушка, которую ты хотел мне представить. А та другая – просто няня. Ты лапшу-то на уши вешал и той, и этой, да еще и мне. И тебе не стыдно? Пап, я прошу, выслушай меня, я все объясню. Дело в том, что эта девушка позвонила мне ночью и сказала, что ей срочно нужна помощь. Я не мог... И ты ей помог? Молодец. Молодец. Помощничек. Вместо того, чтобы лишний раз тесты провести, ты бросился на помощь. Надо же, какой помощник. Да провел я все тесты. Я ради этого проекта месяц, слышишь? Месяц по ночам не спал. И не смей мне сейчас говорить, что ты знаешь, чем я занимался этот месяц. Ты не знаешь. Господи, это мой сын. Увы, это так. Привет, любимый. Тебя уже можно поздравить с повышением? Слушай, ну, там старик испереживался весь, типа, очень жестоко с Антошенькой. Вообще, бесит все. Ну, переживает, и что? Он теперь Антону точно не доверит компанию? Да я все понимаю, мне просто ожидание это выводит из себя. Постоянно какие-то непонятки, ты понимаешь? Ну, ничего, есть у меня еще одна идея. Перезвоню. Жень, привет. Не смог дозвониться до тебя. Закончили раньше, скоро буду. Привет, сын. Женя! Женя, я дома! Она ушла. Что значит ушла?
Ну, взяла чемодан и ушла. Так ты что, один? Пап, ну, я уже взрослая, я могу о себе позаботиться. И по-вашему, молодой человек, это смешно? Папа, она телефон забыла. Значит, вернется. Вот. Слушай, я тебя очень прошу, вспомни. Она говорила, куда она пошла? Нет, она просто сказала, что все будет хорошо, и ушла. Черт, где ее искать теперь, а? Я смотрю тут пароль. Может, попробовать через друзей в соцсетях. Сейчас, подожди. Ты же сам нам сказал, чтобы мы закрыли в свои аккаунты. Алло. Девушка, вы вообще кому звоните? Да, Константин Иванов. Да, моя жена. Только я вообще понятия не имею, где она сейчас. Вот как? Интересно. А вас как зовут? Да, Екатерина, могу. Буду. Да, знаю, знаю. Там еще это... напротив дома бар есть. Ага, я там буду вас ждать. Окей. Пап, как ты думаешь, когда она вернется? Надеюсь, что скоро. Она обиделась на нас, да? Хотел бы я знать, сынок. Знаешь, Женя на телефон пришел сообщение. Там голос Илоны. Порцию виски, будьте добры. Не в настроении? Да так. Неприятности на личном. Бывает. А у меня тут встреча должна быть. Деловая. Ну, с бабой. А бабы же, они все не деловые. Вот пересижу, жду ее. Ну, хоть есть кого ждать, уже хорошо. Повторите, пожалуйста. Что, случилось что?
Да так. Идиотская ситуация. Встретил девушку. Хорошая. Не вижу ничего идиотского. Да они поначалу все хорошие. А потом... Да? Да нет. Она и потом была хорошая просто. Да просто истеричка. У меня вот такая же. Вот все при ней. Ну мозги на раз выедает. Тут вроде как я сам виноват. Накосячил. Но у меня вот такая же история. Но только моя не растерялась. Мужика себе сразу нашла. Прикинь, я вот к ней пошел извиняться, ну, чисто по-человечески. Она говорит, все, другой у меня. Я даже извиниться не могу. Она телефон забыла. Я понятия не имею, как ее искать. Да у нее хоть телефон бы был бы, она тебе все равно бы не ответила. Я тебе говорю, вот они все такие. О, смотри. Сейчас наберу, она не ответит. Алло. Привет. Это у вас всегда так? Не чаще, чем раз в сутки. Так что вам бояться уже нечего. Присаживайтесь. Да нет, спасибо. А что случилось? Двое сидели. Я так понял, бабу не поделили. Закусились и понеслась. Скажите, а это один из них? Так это они за вас, что ли? А куда они потом? Приезжали менты и обоих упаковали. А отделение не подскажете где? Ну, в общем, я не понимаю. С одной стороны, это полностью объясняет ситуацию. С другой стороны, видео. Кому вообще в голову может прийти снять видео? Да уж, звучит не очень. Выглядит, поверь мне, еще хуже. Я бы тебе показала, но я и телефон там забыла. Может, мне вернуться за ним? Потом через меня передаст. Или ты ищешь повод, чтобы вернуться? Нет. Вообще-то ты сама первая, кто меня сватала к нему. Да, ну... Ну, я тебе счастья желаю. Какое счастье без самоуважения? Я еще и ребенка там одного оставила. Подруг, ему не 3 года, ну, посидела полчаса, ничего с ним не случилось. Не знаю. Вообще нет никакой разницы. Да и можно я позвоню с твоего телефона? Я просто спрошу, в порядке все или нет? Нет, ты наделаешь глупости. Сейчас никуда не надо звонить, у них все в порядке. Прекрасно. Господи, ему еще что надо? Да? Здорово, жена моя у тебя? Что-то случилось? Женя у тебя? Константин, мне не нравится твой тон. Короче, передай ей, что ее хахаль привет ей передает. Что? Что случилось? А где Антон? О, здрасте, милая супруга. Здрасте. Звоню вам из отделения полиции. Короче, тут с твоим Антошкой слегка пообщались. Ну, он получил немножко. Давай, приезжай к нам. А то он весь истрадался. Заодно хоть с мужем повидаешься. Ты что вообще говоришь такое? Адрес записывай. Записывай. Причальный проезд. Дом 7, строение 3. Причальный? 7, строение 3. Да. Полиция УБД. Да, Миш, большое спасибо. Ты меня еще раз извини за поздний звонок. Что? А, сейчас. Старлей, у вас какой номер отделения? 66-е. 66-е, Миш. Да. Ну ладно, ладно. Я твой должник. Обнимаю.
Папочка, не стоило, наверное, мне тебя тревожить среди ночи. Да нет, ну почему? Правильно сделала. Кому ж как? Не мне-то. Полиция дежурная, слышу. Там ключ, товарищ полковник. А как же протокол задержания? Привет. Слушаюсь. Простите, вы Демидов? Да. Геннадий Борисович, извините, мы сейчас всех отпустим, и вашего сына, и гражданина Иванова. Какого еще к черту Иванова? Пап, ну это я тебе сейчас объясню, кто такой Иванов. Это муж. Женя, как ты кстати, дорогая? Здрасте, Женечка. Здрасте. Геннадий Борисович. Катя, здрасте. Все в порядке? Ты за кого из них больше беспокоишься? Не понял, Катя, что? Пап, сейчас она тебе сама все объяснит. Познакомься, Константин Иванов, ее муж. Катя, 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 ни время и ни место для таких шуточек. Ну что ты, честно слово? Пап, я бы с радостью, но это не шутка. Посмотри на нее. Аферистка чистой воды, с нашим Антоном любовь за деньги крутила и смеялась за нашей спиной. Женя, это ж... Ну что, Жень, кого первого обнимешь? Меня или Хахаля? Геннадий Борисович, вы не обращайте внимания, пожалуйста, я вам сейчас все объясню. Да нет, не надо. Не надо, не надо. Катя, ну-ка, отвези меня домой. Пап! Ну, давайте быстрее, ну. Давай, беги, беги. Подожди, никуда не уходи, постой здесь, пожалуйста. Отец! Отец, ну выслушай меня! Ты уволен. Поехали, Катя. Ну домой, поехали. Все, нагулялась. Ты что думаешь, кроме меня кому-то нужно? Этому папинкому сынку? Руки убери. Так, убрал руки. Убери убрал руки, я сказал, убрал меня. Руки от нее. Не трогай меня, хватит. Не подходи. Я сказал, убрал руки. Эй, граждане! Уходи, Кость, уходи. Одумаешься, поздно будет. Счастье, здоровье, урод. Жень, это видео, это монтаж. Ничего не было, это неправда. Я телефон свой у тебя забыла, отдашь? Черт, я, кажется, его в браке выронил как-то. Ну, значит, ты к лучшему. Пока. Ты просто так уйдешь? После всего, что было, ты считаешь это правильно? Я считаю, то, что начинается с обмана, ничем хорошим не заканчивается, Антон. Никогда. Береги Колю. Жень, я люблю тебя. Так. И сколько мы теряем при лучшем раскладе? С учетом того, что график работ нарушен, получается, на 3 недели, то размер неустойки 100, может, 150. Как раз столько, сколько нужно для погашения кредита на новое оборудование. Геннадий Борисович, а если через суд? Да пусть забирают. А вот когда закончим работы, пошлем их куда подальше. Какие-то к чертям собачьим друзья, если не могут хоть маленькой поблажки. Через месяц выйдем в ноль. Вообще-то... Что? Не выйдем, Геннадий Борисович. Час назад со мной связались из Сизифа, а они в курсе наших обстоятельств и боятся схожих проблем, поэтому отказались заключать с нами договор. Так что у нас не будет средств, чтобы погасить кредит. Да-да. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы готовы? Да. Прекрасно. Итак, представьте, перед взлетом пассажир вам говорит о том, что в коробке, которую он держит в руках, находится прах его бабушки.
и отказывается поставить его под сиденье. Ну, шутки у него такие. Ваши действия. Принесу свои искренние соболезнования и скажу, что его снимут с рейса вместе с прахом его бабушки, если он не будет меня слушать. А на каком основании? Урну с прахом можно перевозить исключительно в багажном отделении, в специальном ящике, плюс пакет документов. В ручной кладе это делать запрещено. Это незадекларированный багаж. А если наш шутник начнет буянить, как вы его будете успокаивать? Незамедлительно приглашу еще двух сотрудников, двух бортпроводников, в первую очередь мужчин, потому что эта ситуация очень опасной может быть. Почему вы ушли с предыдущего места работы? У нас было массовое сокращение в компании. Графа образования вы указали незаконченное высшее. Да-да-да, там все правильно. Я училась в ИНЯЗе, на четвертом курсе взяла академ и пошла учиться на бортпроводника. Ну, а по должностной инструкции я имею право работать как со средним, так и с незаконченным высшим. Да, мы в курсе. Наша компания уделяет большое внимание обучению своих сотрудников. Многие занимаются у нас заочно, а в период отпуска сдают сессию. Вы тоже сможете продолжить свое обучение. Ну, в целом, все понятно? Да, скажите, вы сможете приступить в начале следующей недели? Да, конечно. Извините, но у нас на борту нельзя пить свой алкоголь. А какой алкоголь? Че? Мы будем вынуждены забрать ее у вас. Попробуй, че? А где? Сереж, пожалуйста, а? Мужчина бутылку не отдает. Че нету? Мужчина, мы вынуждены у вас забрать алкоголь. Так, руки убрал? Убрал. Ну, мужчина. Хорош веслами махать здесь. Алло, ты что делаешь? Слышишь? Так, минуточку. Кто есть такой, а? Слышь, брал руки, я тебе сказал. Сереж, Сереж, это мой знакомый, я разберусь. Что это за мерин? Извините. Здравствуйте, Игнат. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы почему себя так ведете? Вы вроде солидный мужчина. Понял, а ты что тут делаешь? Я работаю. Я думал, ты это по найму. Нет, ну что, вы няней. Я работала исключительно для дополнительного заработка. Собственно, точно так же, как и вы. На что намекаем? Вы думаете, я случайно оказалась в жизни Антона? Мы с вами, можно сказать, участники одного дела. Бывшие участники. Единственное только, что вам досталось больше, раз вы летите на Карибы. Да нет, голубушка. Досталось больше другому человеку, который все это и заварил. И ты его знаешь. Так что, коллега, бутылочку вернем. Ну, да, конечно. Хорошо. Никаких проблем. Только вы мне обещаете, что вы будете хорошо себя вести. А то. Договорились. Я спрошу. Приемная Демидова. Я вас слушаю. Здравствуйте, мне нужно поговорить лично с Геннадием Борисовичем. Он сейчас на совещании. Хорошо, тогда через сколько мне перезвонить? Всю информацию вы можете передать через меня. Геннадий Борисович не ведет личных переговоров. Послушайте, это очень важно, мне нужно поговорить лично с ним. Если это что-то срочное, я могу передать информацию о вашем звонке Эдуарду Валерьевичу. Нет, спасибо, не надо. Всего доброго. До свидания. Имя? Я здесь жила уже 2 недели. Имя? Бельчикова Евгения. Вы не записаны. Да я же вам говорю, я жила здесь 2 недели. Ладно, позвоните, пожалуйста, скажите, что это срочный вопрос.
Никого нет дома. Ладно, спасибо. Нам с папой надо поговорить. У вас секрет какие-то. Коля, подожди в машине. Да, мы быстренько. Антон. Жень, я очень скучал. Я по делу. Хорошо, не волнуйся, я завтра переведу все деньги, которые должен. Господи, ты правда думаешь, что я из-за денег пришла? Прости, но ты просто сказала, что по делу, вот я и подумал, что... Нет, я ради отца твоего пришла. Я не совсем понимаю, при чем здесь он. Эдик хочет его подставить. Он специально сейчас работает в ущерб компании, чтобы потом выкупить половину. Это будет легче. Подожди, откуда ты это знаешь? Я была на рейсе, я все слышала в самолете. Там был инженер этот, ваш Игнат. Он мне все рассказал. Хочешь верь, хочешь не верь. Постой, погоди, я тебя прошу, ну выслушай меня. Ну куда ты идешь? Я так скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Послушай, Жень, ты единственный свидетель. Ты не можешь просто взять и уйти. Пожалуйста, поехали вместе с нами к отцу и вместе все ему расскажем, ладно? Потом можешь делать все, что хочешь. Поехали. Скажите, пожалуйста, отцу, что мне нужно его видеть. Скажите, что это срочно, по поводу работы. Хорошо. И зачем он приехал? Екатерина Геннадьевна, в подробности меня не посвятили, но попросили сообщить Геннадию Борисовичу. Геннадий Борисович уже знает и сказал, что не хочет видеть Антона. Для него это слишком травматично. Вы уверены? Абсолютно. А еще я уверена, Володя, что в вашей профессии очень важны рекомендации. Или причины увольнения. Пойдемте, проводим непрошенных гостей. Здравствуй, Антон. Любопытно. Здравствуй, Катя. Отец дома? Он просил передать, что не хочет тебя видеть. Прекрасно. Вот пусть сам мне об этом и скажет. Одну секунду. Ну что, ты серьезно? Драться со мной будешь? Говорю, тебе не рады здесь. Или ты хочешь, чтобы отец обратно в больницу загремел? Володя, где ты, наконец? Катя, если честно, ты очень странно себя ведешь. Только вас я забыла спросить об этом. Катя, ты ведешь себя сейчас как полная дура. Привет, а ты куда собрался? Ну, я к деду. Тебе туда нельзя, он отдыхает. Ну, ребят, пропустите меня, пожалуйста. Нет, смешно, ты сюда не пройдешь. Ребята, вы чего, мне надо? Оля! Эй, орлы! Вы что тут устроили? Коля, а ты почему приехал-то? Что-то случилось? Да, просто мне надо, чтобы ты с папой говорил. Коленька, понимаешь, у нас с папой очень непростые отношения. Но он не должен тебя использовать. Меня никто не использует, это я сам. Ты почему дедушку перебиваешь? Я никого не перебиваю, это важно. Настю, тетя Катя вообще не пускает. Я еле сюда добежал.
Кать, если ты сейчас не отойдешь, я тебя подвину и пройду. Ну хорошо, я позвоню охране. Ну и что они сделают? Что они сделают? Я по-прежнему член этой семьи, ты не забыл? Вот мы и выясним, кто из нас главнее. Да, папочка? Ты почему Антона ко мне не пускаешь, а? Да нет, просто... Вот просто пусть он ко мне зайдет. Хорошо, папочка, конечно. Опять ты 25. Все никак не повзрослеешь. Да угомонись в конце концов. Шпионов, что ли, не наигрался? Какие рейдеры? Послушай, я тебя ни о чем не прошу. Просто хоть раз в жизни выслушай меня. Да я тебя наслушался уже. Вот как наслушался. Я ж ждал, что когда ты поумнеешь, повзрослеешь. А ты мне какие-то все страшилки, какие-то сказки рассказываешь. Честное слово. Геннадий Борисович, он правду говорит. Я в самолете слышала. Девушка, а вам, между прочим, никто здесь слова не давал. Вы никто. И зовут вас никак. А ну не смей. Что? Я сказал, не смей с ней так разговаривать. Хочешь орать на меня, ори. Хочешь не верить мне, не верь. Но не смей с ней так разговаривать, ясно? Да как ты? А вот так. Вот так, отец. Если б кто-нибудь когда-нибудь так с матерью заговорил, ты бы стерпел? И вообще, ты всю жизнь меня стыдишь. А самому тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Я ведь все. Я все делаю, как ты хочешь. И даже этот цирк с фальшивой свадьбой я придумал исключительно ради того, чтобы тебе угодить. Антон, пойдем. Пойдем, пожалуйста. Вы извините, Геннадий Борисович. Вы не переживайте так. Пойдем. Не надо было с ним так разговаривать. Наговорил ему лишнего. Ну уже все, не переживай. Что сделано, то сделано. Извини, опять поставил тебя неловкое положение. Да ты что, ты же за меня заступился. С мамой сравнил. Ты что, не жалеешь, что с нами поехала? Нет, но у нас ничего не получилось. Это правда. Но зато сейчас мне очень хорошо. Ну что, готов? Антон. Жень, это видео и то, как я на нем оказался, ты же понимаешь, что все это подстроено? Конечно, понимаю. Но... Как я могу быть уверена, что тебе не хотелось там оказаться? И не захочешь оказаться где-нибудь еще? Да, потом. По-твоему, я похож на такого человека? Ну, не знаю. Вот я тебя знаю месяц, и за этот месяц ты все время кому-то врал. Прости, пожалуйста, но это так. Это правда. Все это время я врал. Все это время, что ты меня знаешь, я врал. Но сейчас посмотри на меня. Мне нужна только ты. Ну что, вру я? Сейчас нет. Да? Здрасте. Проходи, садись. Извините, что опоздал к ужину. Работа, совсем счет времени потерял. Садись, садись, садись. Садись. Да. Устал? Нет, нормально, спасибо. Слушай, Эдик, я ведь всегда тебя уважал. За твою хватку, силу, преданность делу. Даже выбирая между моим сыном и тобой, часто отдавал тебе предпочтение. А тебе, паскуднику, оказалось этого мало. Вот чего тебе? Денег, власти не хватало. Чего тебе не хватало? Объясни. Геннадий Борисович, так я же за родной завод, я за семью.
Кать, скажи. Я сам все проверил. Тесты были проведены, так что это твоих рук дело и Игната. Юристы начинают аудит, и ты учти, тебе не отвертеться. Пошел-ка отсюда вон. И не дай тебе Бог еще раз попасться на моем пути или на пути моей семьи. Понял? Кать, что ты молчишь? Илья для тебя теперь тоже не семья. Я же все это для тебя делал. Ты раньше вроде была не против. Убирайся. Понятно. Ладно. Ладно. Ну ладно, с ним-то все ясно. А теперь ты объяснись. Папочка, прости меня, я не знала всего этого. Не знала. А интриги против Антона кто плел? Расследование на него завела. Ко мне пускать не хотел, а? Не хотела, я просто хотела, чтобы ты меня любил. Так же, как его. Ты никогда этого не показывал. Дурочка ты, дурочка. Прости меня, пап, прости. Папа! Женя! Ю-ху! Е-хе! Ю-ху! Семья! Коль, смотри на меня. Ю-ху-ху-ху! Молодец! Коль, ну давай быстрее, Женя завтра на работу. Я не хочу, я еще хочу на машинках. Тогда давай улыбнись еще. Молодец! Все, ладно, я побежал. Смотри. Так, 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 так. Нет, но он точно не хочет, чтобы мы разъезжались. Мне все равно надо домой заехать за формой. У меня завтра рейс. Мы можем за ней заехать. От меня до аэропорта близко. Серьезно? Ты сейчас извинился? Я просто не совсем понял. Я второй